кругом ездят, елки-палки. Как бы еще вот эти гидроножницы и катерпиллер 320. Ну, а этот здесь щелкну на память. Хотя еще нащелкаюсь, конечно же. Значит, катерпиллер 320BL. Сейчас пока ковш. А потом гидроножницы, гидрокусачки, называйте как хотите. Значит, это мы в Елгаве загрузились. Сейчас повезем в Юрмалу. Это техника. Технику гоним на демонтаж и наверняка какого-то юрмальского санатория. Кусачки там, но по ним отдельно. Судя по всему, вариант достаточно мощный. Посмотрим, как там насчет гидроцилиндров, как они работают. Техника немножко покосена, опять стекол не хватает. Но это ничего страшного. Вот, загнал только что. Пока все.